Что, сушняк? Сушмяк. Еще одна важная характеристика воды – кислотно-щелочной баланс, pH. Живая вода имеет щелочную реакцию, у нее pH больше 7, хотя на вкус эта щелочность почти не ощущается. Реакция мертвой воды кислая, pH меньше 7. Мертвая вода закисляет наш организм, живая наоборот ощелачивает. А зачем нужно ощелачивание организма? Дело в том, что все внутренние среды должны быть щелочными, иначе организм выходит из строя и останавливается, как двигатель на грязном бензине. pH крови здорового человека равен 7,43. Если этот показатель опускается до 7,1, человек умирает. Видите, всего лишь десятые доли отделяют нас от смерти. Люди, объевшись и опившись мертвой синтетики, не подозревают о том, что подводят себя к роковой границе. Их организм уже не выдерживает такого натиска, его резервы кончаются и он сдается. Врачи скорой помощи делают таким больным инъекции элементарной питьевой соды, чтобы расщелочить кислую и вязкую кровь, которая уже еле течет по сосудам, чтобы больной не скончался по дороге в реанимацию. Когда вы плохо себя чувствуете, вам хочется не чая или какао, а чего-то освежающего, например, минеральной воды хотя бы. Это значит, организм уже умоляет: ну дайте же мне наконец чего-нибудь хоть немного живого. Однако и минеральная вода вовсе не живая, а мертвая, кислая. Займемся физической химией. Ниже приводится список напитков с убывающей полезностью, переходящей в конкретную вредность. Живая вода. Окислительно-восстановительный потенциал равен -350 - -700. В зависимости от времени активации кислотно-щелочной баланс pH равен от 9 до 12. Свежая талая вода ОВП +95, pH 8,3. Кипяченая вода быстро охлажденная ОВП +218, pH 8,2. Водопроводная вода ОВП +160, обычно бывает хуже, до +600, pH 7,2. Зеленый чай ОВП +55, pH 7. Черный чай ОВП +83, pH 6,7. Кофе ОВП +70, pH 6,3. Дистиллированная вода, настоянная на шунгите ОВП +250, pH 6. Минеральная вода ОВП +250, pH 46. Кипяченая вода спустя 3 часа ОВП +465, pH 3,7. Кола ОВП +320, pH 2,7. Измерения проводились ОВП и pH метрами фирмы Ханна при комнатной температуре. Для приготовления активированной воды использовалась дистиллированная вода на шунгите. Активатор не будет работать на чистой воде. Требуется хотя бы незначительная электропроводность. Поэтому воду нужно немного минерализировать шунгитом или кремнием, что к тому же добавит ей целебных свойств. Как видно, ОВП талой воды находится в плюсе. То есть это все же мертвая вода. Достоинства ее состоят в том, что у нее высокий кислотно-щелочной баланс, и она очищена от примесей и вредной информации. Удивляет, наверное, и тот факт, что кипяченая или даже простая водопроводная вода полезнее чая. Чай несколько поднимает окислительно-восстановительный потенциал, но зато заметно снижает кислотно-щелочной баланс, что сводит на нет любую его полезность. Отсюда вывод. Если вы хотите пить действительно полезную жидкость, оживляйте дистиллированную воду, настоянную на шунгите и кремнии, электроактиватором. Это будет наилучший вариант. Если нет дистиллятора, можно пить талую воду или хотя бы использовать новые технологии – мембранные фильтры. Если нет желания или возможности готовить талую, отстаивайте водопроводную воду не меньше суток.
лучше на шунгите и кремнии. Но в любом случае воду необходимо активировать. Ведь вы пользуетесь чайником, так почему бы его не заменить электроактиватором? Заметно улучшает свойства воды порошок коралла Сангу. Эту продукцию распространяет всемирно известный коралловый клуб. Не так давно обнаружилось, что жители японского острова Окинава живут значительно дольше своих соотечественников. Оказалось, на этом острове в изобилии присутствует уникальный коралл, который делает воду целебной. PH повышается, ОВП уходит в отрицательную область, улучшается структура воды. Дома можно, конечно, обойтись и без коралла, но в поездке или на работе, где активатора под рукой нет, этот чудесный порошок приходится весьма кстати. Итак, в чем сила живой воды? Живая вода дает энергию, нейтрализует свободные радикалы, очищает организм, замедляет процесс старения, а еще она растворяет жировые отложения. Чем вы моете жирную посуду? Щелочными средствами. Живая вода – это и есть моющее средство для организма, поскольку она щелочная. Если вас беспокоит лишний вес, он будет продолжать беспокоить до тех пор, пока ваше внимание уводится в сторону диет и прочих изощрений. Просто вместо привычных напитков пейте побольше чистой живой воды. Питайтесь раздельно. Не смешивайте несовместимые продукты, и лишние килограммы исчезнут сами собой. Но главное достоинство живой воды все же в том, что она ощелачивает организм. Как я уже говорил, для избавления от гостей одной паразитарной чистки недостаточно. На смену старым придут новые. Так вот, оказывается, не придут, если в организме поддерживать высокий показатель PH. Паразиты не могут жить в щелочной среде. Для их существования пригодна лишь гнилостная или кислая. Достоверно известно, что у 100% сыроедов паразиты отсутствуют, потому что живая пища также ощелачивает организм. Мертвая, наоборот, закисляет. Я не призываю вас немедленно переходить на сыроедение, но пить живую воду следует однозначно. Вообще, далеко не каждый сыроед пьет живую воду или даже знает о ней. С большей долей вероятности можно считать, что регулярное употребление живой воды ощелачивает организм в достаточной степени. Так что для избавления от паразитов быть 100% сыроедом возможно и не обязательно. Подобных исследований еще никто не проводил, так что конкретного ответа вам никто не даст. Но вы можете проверить сами, если есть возможность пройти диагностику в специализированном центре, таких немного, но имеются, после антипаразитарной чистки и последующей жизни с живой водой. В системе очень невыгодны такие исследования. Электроактиватор на полках магазинов с многочисленными чайниками вы тоже не обнаружите. И неудивительно. Зачем открывать людям глаза на истинные причины болезни? Они ведь тогда, глядишь, все поймут и болеть перестанут. А этого никак нельзя допустить. Надо их внимание увести и сосредоточить на болезнях и лечении. Лечении до гробовой доски. В любом случае, если в вашем рационе еще присутствует мертвая пища, пейте побольше чистой живой воды, и паразитам не поздоровится. И не только им. Сейчас очень часто в новостях проскальзывает информация о том, что наконец нашли лекарство от рака или обнаружили истинную причину его возникновения. Даже смешно, но и грустно одновременно. Вот ведь сколько открытий чудных, а люди продолжают умирать. Между тем изначальная и основная причина была открыта еще в 1931 году доктором Отто Варбургом, за что он получил Нобелевскую премию. Рак вызывается ослабленным клеточным дыханием, когда клеткам не хватает кислорода. Однако почему-то никто об этом не вспоминает. Можно дышать сколь угодно глубоко, чистым воздухом, но клетки все равно будут страдать кислородным голоданием, если среда организма кислая. В свою очередь, недостаток кислорода еще больше закисляет организм. Так что получается порочный круг, который неизбежно ведет к болезни. При повышении PH нашего организма всего лишь на 0,15 способность усвоения клетками кислорода увеличивается на 60%.
Раковые клетки не могут развиваться в кислородной, то есть щелочной среде. Паразиты тоже. Я здесь не открываю ничего нового, все это давно известно. Трансерфинг тоже не открытие, а описание реликтового знания. Знание нигде не таится, не прячется, оно лежит на поверхности, но в то же время это знание является эзотерическим, недоступным для широкой публики. Причина такого парадокса в том, что люди пребывают в сновидении наяву и не способны осознать простую информацию. Наконец, еще одно важное свойство воды – ее структура. Суть в том, что живая структура воды разрушается под воздействием агрессивных внешних факторов, в том числе информационных. То же самое происходит и с внутриклеточной жидкостью человека. Вода из клетки новорожденного под микроскопом представляет собой снежинку удивительной красоты. С возрастом снежинка теряет свою форму и превращается в уродливую ледышку. Очевидно, изначальная форма уничтожается целым комплексом негативных воздействий, химическим и информационным составом воды и пищи, а также внешней и внутренней информацией. Последнее – это мысли человека, то, что в них преобладает, негативный либо позитивный настрой. Мы не всегда имеем возможность отбирать внешнюю информацию, которая в нас входит, да и своими мыслями и эмоциями управлять толком не можем. Но воду, которую пьем, выбирать можно и нужно. Организм не способен усвоить воду с разрушенной структурой. Ему приходится ее структурировать самому. Только так она может напоить и освежить клетки. На это затрачивается много энергии и ресурсов. Организму не пришлось бы заниматься такой работой, если бы мы могли пить структурированную воду. Но где ее взять? Вода с упорядоченной структурой создается энергоинформационным полем Земли и встречается только непосредственно в природных родниковых источниках. Но целебные свойства долго не сохраняются, не более суток, наверное. Да к тому же родниковая вода имеет один недостаток – соль жесткости. Структура талой воды, как оказалось, несовершенна, так что, к сожалению, она не только мертвая, но и поломанная. Воду можно структурировать самому, держа в поле своих ладоней. Однако сидеть придется довольно долго. Информация записывается быстро, а вот для того, чтобы создать в воде структуру, потребуется минут 20-30. Но есть хорошие новости. Московскими учеными Леонидом и Еленой Извековыми было создано устройство под названием «Аквадиск», которое позволяет решить проблему структуризации воды. Судя по снимкам кластеров, структура воды, обработанная аквадиском, идентична водице, взятой из целебного источника Сергия Радонежского. Аквадиск можно найти и заказать в интернете. Я здесь уже упомянул целый ряд приспособлений и средств, которые, очевидно, придется купить. Зато служить они будут долго, а на здоровье экономить нельзя. Не подумайте, что я занимаюсь рекламой, мне за это не платят. Моей заинтересованности никакой нет. Я всего лишь делюсь полезной информацией, от которой действительно будет толк. Дистиллятор, электроактиватор, аквадиск, даже коралл, санго вы не увидите в рекламе. Такие вещи в ней не нуждаются. Они распространяются по другому принципу, из уст в уста от людей, которые испытали их на своем опыте. Я вам тоже передаю свой опыт. Завершая тему, хочу сказать, что я здесь перечислил далеко не все свойства воды, но думаю, уже и этого довольно. А сколько свойств еще не изучено? Сейчас ученые признают, что вода – самая удивительная вещь в природе, ее только начинают открывать. Вот она какая, живая водица, и относиться к ней надо как к живой. Пейте ее с любовью и благодарностью уже за то, что она есть, такая целебная и чистенькая, и водица отплатит вам тем же. Всех обнял.